Всем привет! С вами Зацветайка. Ребята, в самом начале видео хочу спросить у знатоков. Смотрите, что я натворила. Это ахименос. Я его собиралась вообще выбрасывать. Вот эти вот ризомки были настолько мелкие, что я даже не надеялась, что они прорастут. Я их просто вот раскидала. Смотрите, сколько их повысыпало. Что мне с ними посоветуете сделать? Они вообще жизнеспособны? Что их, когда подрастут, рассадить или что? Там он много маленьких еще выходит. Похоже, они все взойдут, хотя росточков там ни на одном не было. То есть я безо всякой надежды их сажала, скорее даже сеяла, не сажала. Очень рассчитываю на вашу помощь и на подсказку. Посмотрите, какую красивую цинию я купила. Семена. Такая красота, да? Вот это вот. Пачечку брала из-за зелененьких. Вот таких. Никогда таких не сеяла. Обычно я сею сразу в открытый грунт цинию. Потому что через рассаду она у меня сильно вытягивается. И не очень она любит пересадку. Еще буду, конечно, покупать. Надо съездить в большой магазин. Никак руки у меня не доходят. Еще взяла два вот таких агератума. В прошлом году я сеяла. Ну, был такой голубенький и белый вроде, если я не ошибаюсь. Взяла вот таких один вот. Вообще какой-то необыкновенный цвет. Тоже не видела раньше. Не попадалось мне такого. И розовенький. Вот. Еще хочу вам пожаловаться. Брала контейнеры, 5 больших брала и по 10 вот таких вот маленьких и побольше. Смотрите, не обратила внимания, вот крышечки от них. Смотрите, вот эти вот на контейнеры побольше, крышечки почти непрозрачные, матовые. Какие эти, да? Прозрачные. Какие эти? Не нравится мне это, конечно. Сразу не посмотрела, я бы не брала такие. Вот. Ну, пришлось посеять в такие коробочки, вот с такими крышечками. 5 контейнеров я уже использовала. Ну, посмотрим, как они поведут себя все-таки. Семенам маловато, наверное, света будет. Вот. А кроме того, они великоваты на коробочке. Вот они, эти 5 контейнеров. Вот. Легко снимаются. То есть просто лежат. Не знаю, для чего эти контейнеры вообще, если их закрыть невозможно плотненько. Ну, вот так, в общем. Не знаю, что с ними будет. Смотрите, вот впервые в жизни посеяла цинерарию. Такой красивый цветочек. Вот из 10 семян взошло 7, да? Ну вот посерединке прям плохонький, не знаю. Пойдет он, не пойдет. Вот, дело в том, что сеять ее в это время не нужно. Ее или в декабре сеют для раннего осеннего цветения, или аж в июле для зимнего цветения. Ну, не знаю, я вот рискнула. У нее от посева до цветения 7-8 месяцев проходит. Ну, будем считать это экспериментом. Что-то взошло, как будет дальше, покажет время. Еще хочу вам показать петунии.
Ну вот так они пока проклюнулись. 2 недели назад я их сеяла. Плохо сбрасывают семенную коробочку. Не знаю, лишний раз их даже открывать боюсь. Стала реже конденсат вытирать. Может, хуже делаю. Вот стоят там гвоздики. Проросла вся. По 10 штук ее. Ну, сложнее всего ее сохранить. Такая вот, в общем. Ну, примерно вся вот так в одной паре. Это таренье из 5 штучек 4 взошло. Вот такая. Ну, давайте еще глоксинию покажу, чтобы вы посмеялись. Вот 4 штучки их. Надеюсь, вот эту вы тоже видите. Это тоже глоксиния. А вот здесь вот, где должна быть пятая, такая вмятина. Это у меня мама пробовала влажность грунта. В общем, одно семечко погибло смертью храбрых, скорее всего. Вы знаете, какой возраст вот этим сеянцам? Почти 2 месяца. Очень странно. Никогда такого не было. И вот опять, как говорится. Ну ладно, будем ждать. Еще мне нужно избавиться будет вот от этой полки с фиалками. Так получилось, что все это племя одного сорта. Цветочки симпатичные, сиреневые. В общем, мне нужно будет их пересадить. Они немножко наклонились в бок, к свету тянутся. Хотя бы по 50 рублей их загнать. Потому что своим всем я уже раздала такие. Они есть у каждого моего знакомого. Очень она плодовитая оказалась. Вот детки подросли. Я их себе оставлю, а вот эти вот взрослые. В общем, надо от них избавляться. А избавляться будем ради красавиц вот этих. Вот все жертвы ради эписций. Хочу развести их побольше, потому что я от них без ума. На этом закончу. Спасибо, что были со мной. Всех обнимаю. Всем пока-пока.